Всем привет, меня зовут Дима, и я хочу вам рассказать, как делаются на аукционах хорошие покупки, откуда они вообще берутся. Сегодня был веселый день, конечно, конкретно клиентам мы ничего не выиграли, но выиграли себе, и очень было весело. У нас есть Саша, который занимается в Москве автозапчастями, и он хочет купить другу машину, Honda CR-V. Поставили 18 тысяч долларов вот на вот эту машинку, и перед закрытием торгов ставка была 16,5 тысяч. Разговаривал с Колей, который занимается клиентами через Новороссийск. Ну и что-то мы с ним разговариваем. Он хотел там Escape, что-то мы смотрели, Accord пытались забрать, который ушел. Мы даже не стали смотреть за сколько, потому что передумали покупать. Уже было 12 400, и мы так подумали, что ну что-то непонятное с аккордом. Вроде как и хорошо, и в то же время нет. И рисковать Коля не захотел. И в итоге я начал просто смотреть вообще вариант. Смотрю что-то. О, RDX. Герман там чуть ли не год ищет этот RDX, чтобы купить, пригнать себе. Смотрю, 14 500. Интересная какая ставка. Кидаю Коле. Коля такой: ой, интересно, надо торговать. Потом в итоге смотрю дальше. Смотрю, CR-V черненький. 13 300 ставка. На ходу, полный привод, XL комплектация, рядом с портом, сравнительно небольшой пробег. И вот начинает идти белый CR-V. В итоге 16 500, 17 500, 18. И в итоге я смотрю, торгуют, там уже 18, 19, уже 20, и вот идет черный. Ну и мы с Колей начинаем бить, типа, он говорит: давай пятнашку ставь, играем. В итоге добиваем до пятнашки, тот еще торгуется, добиваем до пятнашки, кто-то дает 15 100, Колька: ну ладно, все ушло откуда, давай еще тычку дадим. Он такой: ну давай, даем еще тычку. Идет бонусное время. И я уже такой: давай, быстрее, иди, бонусное время. Короче, мы забираем за 15 200, и в этот же момент уходит другой, на который мы ставили 18, уходит за 20 800 долларов, который гораздо дальше, чем этот, который за пятнашку. Я звоню Саше, говорю: слушай, ну, что-то какая-то запредельная цена ушла. В итоге кидаю ему EX, спрашиваю: ну вот сейчас будет 15 минут, давай, может быть, если это ушла в теории за 15 200, то значит эту EX мы должны взять, ну, за 13. В итоге он только подумал, посовещался со своим другом, которому хочет, такой: ладно, ставим 12 500, больше не давай. В итоге ушло за 16 200 машина, которая EX. Не на кожаном салоне. Да, чуть меньше пробег, но это же EX. И как бы как-то логика отсутствует. И теперь мы возвращаемся, собственно, к RDX. Я когда Коли нашел, я скинул Герману этот RDX. И Герман такой, типа, звонит такой: слушай, я так понимаю, там сейчас через 10 минут будет RDX. Вот идем, стояло 15 чем-то. Ну, он типа не на ходу, и Герман был в смятении. Мы все там с Колей, с Германом обсуждали этот вариант, усолили его. Вроде как бы там же он в нейтралку не ставится, если машина не заведенная, но колеса прокрученные после того момента, когда они стояли. И, короче, мы вот там вроде как бы они и убрали. Ну, тогда почему солому не убрали? Если бы убирали, то тогда бы и солому убрали. И в итоге было так много вопросов, что ну ладно, хорошо, поставим 17. В итоге идет этот RDX. Я ударяю там что-то 15 400, кто-то ударяет 15 500, идет 15 600. Я Герман говорю такой: так, я дал тычку. И такая тишина. Я такой: Герман, ты купил? Вот как это, в смысле, за 15 600? Просто мы до этого торговали машины, которые за 20-ку ходили, RDX аналогичный, а тут вроде целая машина, по кузовне ничего не надо делать, больше вопросов, конечно, чем ответов, но и цена машины 15 тысяч. Если Денис заведет тачку с минимум вложений, то машина выйдет в 2 миллиона рублей. 2 миллиона рублей за RDX. Представляете? Два мульта. Хотя аналогичные мы, ну, привозили в 2,5, 2,7, а тут 2. Так что будет интересно, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И ставки на CR-V были поставлены, исходя из тех двух CR-V, которые мы взяли целые.
за 16 тысяч долларов тоже XL-ки, но там были новые, а тут как бы с пробегом, а ставка почти такая же. Так что делайте выводы, ребята.